Здравствуйте, товарищ Огр, здравствуйте. Ля, какие пролеты. Ля, какой. Ебать, что это, нахуй? Ну, я сова, кстати. Хибрис. Паладины? Блин, может, паладина взять? Дварф Прист. Где мой паладинус? Кого брать, Денис? Кого брать? Я паладина не вижу, блядь. Где паладин, нахуй? Реально паладинов нету, нахуй. А вот. Хуман паладин Холли. Но мне не подходит хуман паладин. А вот. Retribution. Это я, кстати. Чё собирать? У нас что-то какое-то говно сетап, мне кажется. Мне кажется, вы сосать будете. Чё брать, Денис? Бери в трале, блядь. Чё-то ПВП, блядь, понимаю. Ёбаный стыд, блядь. Пиздим ствола, пацаны, он хил. Я не знаю, я ствола вообще не дамажу. Он тупо хилится как черт. Чё вы там справ... Ну ебаный рот, ну вы набрали говна, конечно. Пиздец, мы уже минус один имеем. Пиздец, руинеры, нахуй. Ну я вообще ебашу, на самом деле, нормально так. Вообще нормально. Чё бы ещё узнать, что у меня сплы делают? Ой, блять, а чё так больно, нахуй? Иди в очко, чел. Тупо песок, нахуй. Понимаю. Че он такой сильный? Ебать песок и нахуй, рога ебаная. Рога не должна паладина вскрывать. Пиздец. Че роги такие имбалансные, а? Ебануться. А у нас хила нету, мне кажется, нахуй. Мне кажется, мы без хила играем, блять. Тупо руины, блять. Варлок, нахуй, прист. Ха-ха, блять, мы без хила, нахуй. Ну нет, это можно нахуй ливать, мне кажется. Какие руинеры, блядь. Пал не хил, пал дамагер, нахуй. Ну, вроде я, конечно, могу попробовать собрать, но сам знаешь. Кто-то, может, зайдет. У меня 1500 голды, что купить? Денис. О, ебать, эта хуйня активная. В смысле? Пал дамагер, ретро паладин. Есть еще танки паладины, держу в курсе. В арморе. Шлем. Молодая женщина спокойно подходит к мясорубке и начинает крутить ручку. Я 3 раза его тыкнул. Ага.
хочу понять, что у меня делают с полы нахуй. Я пытаюсь хила, конечно, фокусить, но это все хуйня. Так, я вижу, кстати. Может, ты, Денис, это, будешь там ходить куда-нибудь? Не? Я опять в корнях нахуй. First Blood. Качественно. Так, все, мы раскайтили их. Все, я его блочу, нахуй. Изи. Там рога, правда, ебанутый нахуй абсолютно. Мы его тоже замочим, конечно. Ебать. Сюда ствол. Чё-то мы почти без этого. Без потерь, красиво. О. У меня 500 голдоес, если чё, Денис. Давай, вирус. Привет, Беттер. Здорово, здорово. Слушай, на экране какая-то вов-арена. Не заказал. Но она унылая по сравнению с БВО. Turtle Shell, который вниз. Не совсем наплечники. Вот это, конечно, руина. Ладно, куплю эту хуйню. Думаю, он про нее говорил. Да, ради. Попробуем, Я, конечно, ничего не обещаю. Куда, блять? Врываюсь нахуй в десятерых. Красиво. Но чисто ствол всю ману сливает. Ну что-то там наших, конечно, разбирают за это время, пиздец. Нехорошо. Я, к сожалению, не могу на других вешать эту хуйту. Бля, чё он отхилился на фул, ебать, на фул отхилялся. Ну, сука. Стан дал ему, убивайте ствела нахуй. Ну что-то у нас совсем слабенькие руины. Прямо скажем, совсем слабенькие. Ну
Давай, 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 пиздим их нахуй. Пиздим их. Счет станы, конечно, ебанутые, блядь. Оба! Сюда. Что-то шмель, конечно, фокус потерял, капа. Ну я просто неубиваемый. Не понял, что там КД спрашиваешь, а чё? А почему новый класс? А я того же хочу взять. Зачем мне новый класс? Я того же беру капту. Зачем мне новый класс? О, новый класс. Нет, не новый. Нет, не новый класс. Опять они PvP взяли, руины. А чё PvP? Подожди. Я уже путаюсь. Флор, ничего не покупает. У меня деньги остались. Чё вы ничего не покупаете, руины? Батька рабосы. Руины. Сейчас проебут, чекайте. Ничего не купили, сейчас проебут. О, у них новенькие. Ну явно арест на хиле. У них явно арест на хиле. Бать, больно, кстати. Ну чё там? Охуели, товарищ? Бать, фокусят, станет, блять. Станеры, ебать, понимаю. Станеры. Станет. А, ну да. Там говно на 5 хп чисто, пацаны. Бля, я просто всех развалился, но... Как говорится, здравствуйте, я ретро-паладин, огибаю всех один. Ну там есть касты у некоторых спелов, я так понял. Там есть у некоторых спелов касты. А я ретро-паладин, нагибаю всех один. А чё ты ради, я не понял, чё ты там споришь с КДМ, насчёт чего? Где я, блядь, вообще? Ба, почему я здесь? Бля, куда-то убежал. А чё дальше, Денис? Щит брать, может быть? Или чё брать? У меня его, смотри. Чё дальше брать, Денис? Послушники... Ебать там. А это сложно уже. Это уже пиздец сложно. Не понимаю, как это все собирать. Нихуя. О, вот это я возьму, кстати. Вот это я точно возьму. А, я понял почему. Хотя нет. Почти разницы никакой. Я все равно не понимаю, как в этом еретике что-то собирать. Если честно.
Да, да, ну пытаются меня зафокусить, дурачки, конечно. По дурачки. Пытаются зафокусить меня. Ну это же глупость. Сюда. First Blood. Ой, хорошая ловушечка, давай, живи. Живи, сука, живи. Ебать-то хилор там хиляется. Класс. А кто их хилит? Варлок их хилит? Как это? Как это он их хилит? Или они сами как-то хиляются? Не знаю, не понимаю пока, ладно. Очень странно. Так, у меня мана почти кончилась. В кои-то веки как-то. Но ему не уйти, конечно. Альянс! Как говорится, побеждает Ордос Асад. Ордос Асад. Ты мне, Денис, объясни, как в этом ёбаном... ёбаной легендарке собирать, я не понимаю. Как их собирать, блядь? О, тут, кстати, полезные тринки есть. Я вам советую в эльфе посмотреть вторую штучку. Очень полезная хуйня. Внизу есть вещи. Ну, написано, я понимаю, что написано. В заборе тоже написано. И что это, блядь? Воланир Хаммер. Я не вижу, что такое вещь, держу в курсе. Воланир Хаммер, блядь. Где это, нахуй? Не вижу нихуя подобного, вижу в курсе. Желтый. В каком желтом, блядь? Почему нельзя было, блин, за 3000 сделать готовый артефакт? Это не то. Что не то? Смотришь. Ну вот, я смотрю, Light Justice. 3000 голды стоит. Внизу написано. Alternative you can craft this item. Халатох Диссект Воланир Хаммер. Кто может купить за 3000 голды, да? Понимаю, ладно. Вот это купим. Это тоже мне надо. Мне все надо, как говорится. А тупо на врыв побежал по цене. Все, ему жопа подсунула. Ну такая жопа. Из стана не вышел, блять. Ну, карта хорошая. Тупо когда не выходит из стана никто. Тупо хорошая карта. Очень интересно. Godlike, это я, кстати. Переводится как любимчик богов, насколько я знаю. Я вот не понимаю, это у нас тоже стан или нет? Песок нахуй ливнул. Скрыл нахуй ливнул. Понимаешь, Денис, почему такие карты никто не любит? Держу в курсе.